Я не верила, что так будет. Я признала вину в незаконном пересечении границы, а это уголовное преступление. Поэтому я не думала, что вердикт будет положительным. Ждала наказания. Решение суда позволило мне почувствовать себя казашкой, членом казахского общества. Я очень этому рада. Я сидела в тюрьме 2,5 месяца. Я поняла, что свобода — это и есть счастье. Я видела в тюрьме многих людей со сломанными судьбами. Некоторые совершали преступления намеренно, некоторые — случайно. Но в любом случае я поняла, каково это — лишиться свободы. Хочу обратиться ко всем. Свобода — это счастье. Живите по совести, не совершайте преступлений.